привет. Но я вообще не хочу сегодня ехать на съемки. Во-первых, Хэллоуин. Во-вторых, они постоянно ноют, эти футболисты, из-за того, что я их, видите ли, унижаю и оскорбляю. Ладно, давай поедем, но узнаем, как они относятся к Хэллоуину. И, ну, так уж и быть, дам ему возможность унизить меня в ответ, чтобы не ныли постоянно. Я бы могла тебе для ведьмы шляпу, даже если бы ты выбрал костюм ведьмы. Я бы мог быть твоей метлой, только это не вставляй, пожалуйста. Ты же ниже пояса не снимаешь? Как-то подозрительно пропустила камеру. Я не хочу, чтобы мои трусики были на заставке дневника СПЛ. Я вас знаю, ребят. Я посмотрел вашу инсту, твою, потом твою. Зато можно всю нечисть собрать в одном месте. На политехнике так собирается каждый выходной. Ну нельзя так человека заставлять на холоде вопросы придумывать. Подожди, пауза. Алина Давинова укрыла меня по штуку. Не говорите мне после этого, что я злой человек. Какой на этих выходных праздник, знаешь? Такой, типа, западный, такой весь. Фу. Молодец, что ты шепотом говоришь? Не знаю, то шепотом сказал, то шепотом. Ну, я типа тебе подсказываю, поэтому... Какой ты быстрый ответ. Сегодня Хэллоуин. Молодец. Вот слушай, опережу, вот как думаешь, нормально то, что в России празднуют Хэллоуин? Ты решил задавать нормально, мне? Нет? Ну, как считаешь, Альвин? Слушай, Альвин, ну Замин. Нормально. Ну, типа, ну, вот у нас вообще Ивана Купала есть, как бы, это же считается аналогией русской Хэллоуину. Иван Купала? Да, ночь на Ивана Купала, там же колядки и прочее. Хорошо, да, не буду, да. Давай, а как ты относишься к тому, что Хэллоуин набирает обороты в России? Набирает обороты прям? Да, прям типа, бжжжж. 27 октября вчера был День независимости Туркменистана. Всех причастных к этому дню я поздравляю с этим праздником. А если я рядом стою, могу себя считать причастным к этому дню? Да, ты стоишь рядом с гражданином независимого и нейтрального Туркменистана. Слава богу. Ну, не знаю. Хэллоуин. Хэллоуин. Да. Как ты относишься к тому, что этот праздник набирает обороты в России? Набирает, мне кажется, он уже затухает, как батл-рэп в СФЛ. Ты там даже ничего не возгорало, чтобы затухать. Прекрасный праздник, ребят. Я не знаю, я не понимаю людей, которые негативно относятся к этому празднику. Говорят, ой, отмечать день тыквы. Ты будешь праздновать Хэллоуин? Мне не с кем. С Костили отпраздновать он. Мы только что отпраздновали с ним. Очень хорошо. Хэллоуин. Нет, я не буду. Почему? Мне не нравится этот праздник. А что тебе именно не нравится? Ну, потому что меня прям бесит, да, вот это все. Потому что я телефон обновляю, приложение, захожу, какие-нибудь Симпсоны, знаешь, Хэллоуин. Ага. Захожу в какую-нибудь игру, а там все под Хэллоуин. Ты такой, блин! Ну, другое слово, но... Какой костюм подойдет стандартному футболисту на Хэллоуин? Костюм, блин! Шутки от Георгия Слоняна. Не знаю, форма Костили подойдет, кстати. Типа, это твой ночной кошмар теперь? Теперь, да. У тебя как в твоем понимании вот эти все люди, это один футболист? Ну, конечно же, это все личности. Может быть, мы и тупые, но мы личности. Какая-нибудь форма в стиле Хэллоуин, может быть. А то по рекламе тоже нельзя так что-то лишнее. Вот оно как. Хэллоуин, да. Дениса Чеканова. Блин, лучший костюм есть. В смысле, ты считаешь, что он страшный? Короче, у нас специально для тебя, Антон Пасечный, ты очень много жаловался на меня, всем организовал целую группу футболистов, которые называются униженными, оскорбленными, поэтому давай, задавай сегодня ты мне интеллектуальные вопросы, унижай. Ну, давай годы правления Брежнева. 1968-69, по-моему. Два года? Нет, типа это, когда он начал в конце 60-х, закончил в 82-м или 80-м. Он был после Хрущева. Ну давай по географии, нормально будет? Ну давай по географии. Чтобы ты тупенько не выглядел. Ну давай я все равно столицу, давай. Давай. Столица Византийской империи. Константинополь. Так, ты готовилась. Сколько слоев от земли до ядра? Пусть будет 4. Неправильно. Но это моя оценка географии. 4? Да. Завыше. Давай в Южной Америке.
все, что ли? Не андорский, блин, как же они называются-то? Не андорский, но близко. Господи. На букву А, потом буква Д там есть и Р. Какая? Р. Р нету. Д есть, А есть. Анды! Да. Давай, столица Литвы. Вильнюс. Такой, по искусству, какой породы был Скуби-Ду? Ну он как бы не был, он и сейчас живой, как бы. Какой он породы Скуби? Так, Скуби, ну это собака. Она коричневая, у нее весь... Но это же не доберман, доберман черненький. Это твой ответ какой? Док. Что? Английский. Нет. Есть американский. Отвратительно. Какой символ азиады, значит, был? Угу. Я, подсказка, это собака. Скуби-Ду! Что значит красный цвет во флаге Рашки? Огонь, кровь народа, который пострадал ради... Да я чё, я вообще, знаешь, где я родился? Я родился в Эстонии. Что? Ты так быстро отвечаешь? Знаю, ты Эрдулима, добро пожаловать. Вот, а Эмма — это мама. Это всё. Эмма — это... Это 2007 год, только сычёлки, но по-эстонски это мама. В ботанике. Да, она все знает по ботанике. Я же ботаник. Ну давай, какого цвета трава вот сейчас? Давай, ответишь нет, ну хоть и тупо. Зеленая. Зеленая, потому что ты ботаник. Ты понимаешь, что... Вы понимаете, насколько эпичный этот момент? Я дала возможность унизить меня, а он даже вопрос не может сформулировать. Пытаясь унизить человека, сам унижаешь. Но дело в том, что... МС Олимпия. Четыре произведения Чехова. Вишневый сад, Три сестры, Каштанка... Дама с собачкой. Все. Сколько человек может находиться одновременно на футбольном матче в студенческой футбольной лиге? А бровка считается? Нет, именно в матче, на поле. Смотри, два вратаря, угу. Пять человек, которые бегают туда-сюда, угу. Ну, у каждой команды, это получается 12. Угу. Судья, угу. 13. Угу. И менеджер, который выбежал, чтобы брать лишний мячик, угу. 14. Угу. Домашний или первый раз? Лама, знаешь, такой же? Лама, да. Это Южная Америка, молодец, да. Молодец, только это не страна дальше. Ну, ты копнула как бы? Чили какая? Ну, нет, четыре буквы. Перу? Альбина не тупая. Альбина не тупая. Мне не понравилось давать им возможность себя унижать. Впредь такого больше не повторится. И записываем мы видео дома, потому что на улице ну очень холодно. Скорее бы уже кубок начался. С вами была Альбина Доминова, Полина Лущикова, специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга.